Предварительная причина возгорания – неисправность оборудования. Открытого огня в здании не было. Сильное задымление произошло от плавления теплоизоляционных материалов на трубах. Пожарные МЧС и пожарно-спасательный пост муниципальной службы спасения прибыли на место в 10 часов 50 минут. Локализовать пожар удалось в течение часа. В 11:55 пожарные провели проливку, чтобы избежать повторного возгорания. Для ликвидации пожара привлекли 8 единиц спецтехники. Напомним, общая площадь котельной – 800 квадратных метров. Возгорание охватило почти 300 квадратных метров.